Здравствуйте, друзья, здесь Демитков Юрий. Я давно не рассказывал о стратегии Уолл-стрит. Почему? Потому что, ну, там ничего особенного, во-первых, пока не происходило, во-вторых, последняя моя публикация была о том, что рекомендация была открыть сделку по покупке Netflix. И недавно, когда индекс начал еще дальше падать, индекс Мосби, S&P 500 начал дальше падать, поступила рекомендация, на самом деле она поступила уже недели две с лишним назад, я просто не успел снять видео, о том, что закрыть эту сделку, зафиксировать, ну просто выйти из этой сделки. Сейчас я покажу, что произошло. Вот компания Netflix, вы видите. Вот, и вот здесь красная линия, это то, где мы купили акции этой компании, и, соответственно, они начали расти, вот здесь они начали расти, но потом рост прекратился, и пошло падение, и интенсивное падение индекса S&P 500 продолжалось, и вот где-то буквально вот поступила рекомендация продать Netflix, и я ее продал буквально там же, где купил. То есть практически никаких убытков там не зафиксировано. Я продал прямо на том же уровне, где купил, и надо сказать, что после этого она сразу резко упала, буквально на следующий день, и сейчас, ну, она восстанавливается, потому что весь индекс S&P 500 восстанавливается. Я просто жду сейчас следующие рекомендации по Уолл-стрит, ну, а пока просто сейчас ни одной позиции открытой у меня нет на американском рынке. Вот, ну, вот такое вот короткое сообщение по стратегии Уолл-стрит. Оставайтесь на моем канале, я буду держать вас в курсе всех событий. Ну, а если вы хотите сами начать, то, пожалуйста, есть лучший курс «Биржа для чайников», который я веду, я пока не видел лучше. Вот, для самых-самых-самых чайников целый месяц занятий. Вы можете его в записи demitkovyur.com, сейчас вы видите ссылку на это дело. Целый месяц занятий, 3 раза в неделю по 2 часа каждое. То есть это очень-очень много. В результате курса вы будете точно разбираться во всем. Спасибо за внимание. С вами был Демитков Юрий. До встречи.